свои 25 лет Марчелла Московчук уже воплощает свою мечту в реальность. Она шьет одежду в национальном стиле на современный лад. Вышивать ее научила бабушка, но для того, чтобы открыть свой бизнес, девушке необходимы были финансовые вложения, которых у нее не было. Узнав о конкурсе грантов для начинающих предпринимателей, Марчелла рискнула написать бизнес-проект. Идея оказалась успешной, и сегодня Марчелла занимает небольшое помещение в городе Аргеев, оснащенное самым современным вышивальным оборудованием. Осенью у меня были только две машинки, здесь ничего не было, только один стол. С помощью европейских денег в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия» Марчелла приобрела недешевое, стоимостью около 8000 евро, вышивальное оборудование. Она делает хорошую, быструю работу. И всю работу, которую ты рисуешь в компьютере, все и наши фотографии, она тоже может вышивать. Все. Отбор проектов проходил на конкурсной основе. Из 300 поданных заявок 30 получили гранты в размере 13 500 евро каждый. О том, почему отдали предпочтение идее Марчеллы, нам рассказал менеджер проекта Максим Катаранчук. Он в своем роде уникален, потому что это не просто ателье по пошиву одежды, а на самом деле у них есть и какие-то новые услуги с использованием сложных технологий, которых на нашем рынке мало или даже можно сказать, что они единичны. Для создания своей коллекции Марчелла наняла на работу двух швей. У каждой из них были определенные навыки работы, но здесь они обучились современным технологиям. В данный момент Марьяна шьет национальные костюмы для танцевальной группы из Греции. Я сейчас шью застежки для национального костюма. У Марчеллы очень большой заказ из Греции, и она пригласила поработать. Я с удовольствием делаю это, потому что мне всегда нравилось шить. Сейчас мы кроем для жилетки орнамент из натуральной кожи, который мы сначала кроем, потом мы соединяем и для своих узоров Марчелла черпает вдохновение из старинных народных орнаментов. А для переноса рисунков на ткань при помощи специальной компьютерной программы подбирает цвета и толщину ниток. Свою первую коллекцию стилизованной одежды Марчелла представила в прошлом году на показе мод национальных брендов. Мы делали коллекцию для женщин. И если вы видели здесь и окна, Сурс один спирать или источник было тоже дома. И это платье. Это как наши есть такое какое-то платье изюминка. Вот это наша изюминка. Программа «Поддержка мер по укреплению доверия между людьми с обоих берегов Днестра» – одна из крупнейших европейских инициатив, ориентированных на разрешение Приднестровского конфликта. Общий бюджет составляет более 10 миллионов евро. Деньги выделены Европейским Союзом и программой развития Организации Объединенных Наций. Основная цель программы – способствовать совместному сотрудничеству жителей с обоих берегов Днестра, создать новые рабочие места и в целом повысить уровень жизни людей.